друзьями, хочет расслабиться, да. Сам уже перекантуйся, как у меня, пока Вика в больнице. И вопрос, конечно, останусь. Пожара нет. В смысле ты себя видела, девочка? Через несколько видела. Я наконец-то сказала Арсену, что меня выписывают. И на Макса Бицова подписываемся. Нет, в Беларуси я не была. Но на выписку приехал только Арсен. Родителей и бабушки, как всегда, не было. Я не понимаю, неужели им наплевать даже на... Полгода ей. Ну, у меня мама включила, как бы. Скоро же будет новый выпуск. Да. Ну ты, Сережа, встань. Да, выпрямляю волосы. Я пишу стихи, почитаю сразу, в каком районе живешь, станционная. Это станционная, Миша. Ты на Ленина живешь. В 17 я родила, выписывали меня в свой день рождения. Какой краску волос красишь? Всегда по-разному. Как с общей подписчиком? Постепенно восстанавливай баланс во всем кишечнике. Линекс Форте. Уверенность внутри. Яркое сочетание вкусов черного чая и сочного лимона. Нет, не видела их в жизни. Мама хорошо. Мелкая хорошо. Пару подковы зависит. Угу. Мед? Совпадает с тоном. Идеален для жирной кожи. Скрывает поры. Матирует. 16 оттенков. По-разному сюда. Тональный крем Фитми. Ты жив... Спасибо. Ты живешь с парнем? Он в армии. Еще не смотрел новый выпуск. Он же еще не вышел. Алена, иди работай. Я сейчас уеду, Алена. Спасибо. Думаю, следующий пост будет продолжение. Спасибо. Веронику я много чем кормлю сейчас. Сереж, вообще, что тебе интересно-то? Двадцать пятого. Да мне надо в колыбели вещи отвезти Вероникина. У меня 5 пакетов собралось. Блин, я не знаю, что у нас будет, когда Дима вернется. Очень переживаю то, что он не изменится. 25 декабря. Да, я в Иванове живу. Полгода Веронике. Девочки, беременна 16, это просто программа, так называется программа, это как бы о том, то, что, блин, как вам объяснить, это несовершенные девочки, которые рожают, а не то, что именно им 16 лет. Зачем мне в Приволжск, мне надо за вещами. Ален, как и ты тогда тоже в деревне жил?
Я диплом пишу и все. Макс, ты чё охренел? С родителями. Там нет сценария. Дима пока мне не пишет. Не звонит пока в последнее время. Дочь спит. В Приволжск, возможно, сегодня. Но это не точно. Мне сейчас 18. С мамой живу. Да, я одна в семье. Да, хорошие отношения. Ника спит. Да, смотрю. На съемках нет, все реальные. Как бы моя мама, Дима. Ну, вообще актеров не было. Да, мне 18. Роды тоже были настоящие. Дела хорошо. Да, мы с Димой вместе. Дим вернется 25 декабря. Дочка спит. Макс, в смысле по контракту? Он в армии. Ну, может быть, где-то и были актеры, но в моем выпуске не было актеров. Ну, даже не знаю, как это. Это вообще первый раз буду сидеть. Это вообще было в ТикТоке, баба какая-то просто чеканутая была. Как он был с Алдайком с маленьким? На какую балдайку, Миш? Да, Серёж. Спасибо. Это телевизор, а не мой ребенок. Полгода, Сереж. В Приволжск сегодня едем. Кто-то спрашивал. У меня есть пост про то, как меня нашли и когда я согласилась насчет съемок. Полгодика. Я не знаю, в каких сериях были актеры. Вот я не хочу, чтобы ее мама приезжала в мою квартиру. Она, может, меня не считает невесткой. Я ее не считаю никем вообще. У нас трудности немножко с ребенком. Всю ночь почти плакал. Я не знал, что даже делать. Макс, конечно, у Вероники есть Инстаграм. Ты о чем? Нет, мы с Димой не расписались. Вообще, с этим ребенком. Как она на руки будет его брать? Как она будет кормить? Но мама Арсена приехала и, как всегда, начала выносить мне мозг. Ты его еще не мыла, да? Не болит. А у него там на ножках вот это сыпь. И уже пряниками пользовалась. Помыть, какими пряниками? Распашонку какую-то выстирать. И там здесь есть. Но они все были абсолютно большие. Ну, пусть большие, но не голые же. Ребят, вы о чем? Да, конечно, я специально для съемок взяла и забеременела, чтобы потом сняться.
Блин, вообще тупость, просто бред. Второго ребенка хочу, лет 25. Сына хочу. Чем она мне не нравится больше всего? В том, что она меня начинает учить, как мне обращаться с ребенком, что мне делать свое, в своей же квартире, убираться, не убираться, так и фигня. Ванны нет, да? Ванны с ней. Ребенок нет. Распашонки нет. Я отмой? Вообще не знаю. Ну, памперсы там сколько-то штук и все. Все куплено. Макс, знаешь что? Это ты куплен. Они все куплены. Смотрела выпуски остальных девчонок. Да, смотрела. Самый маленький. Мне жалко этого ребенка. Там машина стоит, посмотри, мам. Стоит еще? Но он мне сказал то, что мы успеем. Вот он только что написал. Сейчас я им позвоню. В смысле, Миш? Чего лучше, Денис? Дима, короче, Диме приснился сон, то, что, ну, дочь приснилась ему. Ей было, наверное, года 3. Он сразу сказал то, что будет дочь. И он был, ну, реально рад. Нормальный мужик, он ответит там, подойдет и скажет, ты не задевай его. Он сейчас, блин, так очень мало времени на отдых. Но я не могу сказать, за лицом, глаза, там, блин, скрабы дома, всякий, пилинг. Потому что он не применяется ко мне отношения. Ну, то есть... Если, ну, она не будет приезжать, естественно, акцент будет целоваться. Фамилия у Вероники моя. Вот, сделай так, что ко мне теперь мать. Макс, ты сначала себе найди. Найди одинка. Чего? Уехали? Ну вот. Так, а чего? Там этот... Как его? Чехол. Учусь в ИКСУ. Коль сферы услуг. На самом деле она выносит мозг на сцену. Он возвращается 25 декабря. Служит артиллерийские войска. Артиллерия. Кто подписал, что тебя накатывает? Покажем. Она уже ушла. Почему Вероника твоя фамилия? Потому что мы посоветовались, ну и подумали то, что Веронике больше подойдет фамилия моя, чем его. Диме 20 лет. Привет, Лер, нормально все. Спит вот. У меня фамилия Волкова. Малышка. Сереж, это ты куришь, отстань. Все, выйди из моего, пожалуйста. Как... А нет, стой. Это как Саша побежал, да, с одной недели? Или с одного месяца? Там, когда он побежал-то? Когда замуж, не знаю. У мужа фамилия Петров. Когда гулять пойдем? Я не знаю. Когда позовешь, да-да, и пойдем. Макс, отстань. Не буду я говорить. Да я вас настолько давно не видела. Так надо будет как-нибудь собраться. Нет, не жалею об участии. Красивые у нее глаза, Макс, как у меня. Извините, можно вопрос? Давай, Миш. А ты что, сейчас не это? Не работаешь, Лер? К батюшке хочешь? Конечно, хожу. Что? Сереж, не буду ничего, я
говорить. Чего на шашлыки мы ездили 1 мая? Миш, отстань. Да, Гель. Конечно, провожу, господи, вы, а что такое? Сейчас, подожди, Гель. А меня не грузит. Короче, у меня не грузит, я не знаю почему. Мой натуральный цвет волос. Конечно, грани плавки. А светло-русый у меня натуральный цвет волос. Что, будем смотреть на выпуск? Да, будем. Сколько там осталось? Немного. Как ощущение? Я счастливая, и радость, и страх, и все что угодно. Ребенка забирай. Ну а что, блин, я не знаю, прям будто Марьянка плохая какая-то. Неплохая, просто на двоём. Ну, потому что она хочет с ней познакомиться нормально, нет? Дочку же. Нет, у меня крестики практически не было. Через сколько там твой выпуск-то? Так, через 5 минут. Нет. 30... А, да, в 35 начинается. 9 минут осталось. Удачи. Это новая участница, которая сейчас будет. Ну, которую будет показывать сейчас. Нет, она из Чебоксар. Сейчас последний выпуск будет, 10-й. Сегодня мы проснулись, поели, потом пошли погуляли. Вот, недавно пришли, поели, поиграли, а сейчас она опять спит. Сейчас я уеду в колыбель, ну, вещи детские старые давать. Ну, в этом сезоне последний выпуск, как бы, всего 10. Будет потом второй сезон. Да, второй сезон будет. Меня Настя Чебоксар.
в чем я изменилась? Просто если по внешности, то по внешности я даже не изменилась. Просто я во время беременности не красилась, волосы не стригла, ничего, как бы. И... Ну, а до беременности я такая же была. Он в армии. Колледж сферы услуг. Какая разница, какой у меня партнер? Я не хочу отвечать на этот вопрос. После окончания учебы... Ну, я почти закончила, в принципе, учиться. Я не знаю еще. Меня не понимает, что значит быть родителем. И помогает растить малышей, чтобы момент особенного счастья был как можно больше. Круто, няня. Помощь счастью мамы и папы. Нет, таким отмечать всего одним важным местом. И на лице нейтральная вода. Мама к Диме относится, ну, я бы не сказала то, что ей хорошо, прямо отлично, и то, что плохо, как-то, ну, я переменчиво это. Ладно, пошла я собираться, а то мне, ну, надо уехать будет, вот. Всем пока.